Всем привет, ребята! Доброе утро! Время 5 утра, и я приехал на очередной мегакоп, пляжный коп. Сегодня будем копать на городском пляже. Вот территория, которую нужно успеть просмотреть за 2 часа. Говорю тихо, потому что утро, не хочу привлекать людей. Ну вот, ребята, первый монетосик, 5 евроцентов. Понятно, понятно. Для начала сгодится. Очередная находка, 2 евроцента. Понятно, понятно. Посмотрим, что у нас тут таится. А это у нас 1 сантим. Опа! Прежние ходячки. Понятно, понятно. Пробка, ребята. Один сантим. Опа! 5 евроцентов. Сгодится. Еще евроцентик. Так. Еще 2 евроцентика. Еще 1 евроцент. Ну, наконец-то. Наконец-то. Хоть что-то более номиналом. 10 евроцентов. Понятно, понятно. Так, мелочевка какая-то. 1 сантим. Хороший сигнальчик был. Это у нас 10 сантим. Ой, 10 евроцентов. Понятно, понятно. Хороший монетосик. Так, что у нас, ребятки, тут? 2 евроцентика. Так, 1 евроцент. Два сантимчика. Бывшие ходячки Латвийской Республики. Понятно, понятно.
Да, хороших денежек что-то не очень много. Еще 2 сантимчика. Здесь валяются какие-то монетосики. Еще сантимчики. Еще евроцент. Так. 2 сантима. Бывшая ходячка. Все, ребята. На сегодня пока хватит. Итак, ребята, вот мои сегодняшние находки. Что мне удалось накопать на сегодняшнем пляже за утро. Ну, где-то за 2 часа, может быть, за 1,5. 49 евроцентов и 18 сантим, бывшие ходячки Латвийской Республики. На этом, ребята, сегодняшний коп заканчивается. Было довольно-таки интересно покопать здесь. Пляж, конечно, не богат, но потому что здесь в основном загорают женщины с детьми. Ну, играют в волейбол, но что-то потеряшек совсем мало. По монеткам тоже не особо густо. Много бывших ходячек. Ну, а так, по мелочи. Самый большой номинал сегодня был, это 10-евроцентовые монеты. На этом все. Пока-пока. Подписываемся на канал. Еще будет много всего интересного. Удачи!